Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Мы приехали в Задар! Да, мы решили погулять по Задару. Мяски всякие, а то у меня живот уже как-то что-то болит. Ариша и самая голодная, да, доча? Угу. Я тоже, ребята, голодная. Всем привет! У нас сегодня спонтанная вечерняя прогулка. Приехали в Задар погулять, посмотреть. Всем привет, дорогие друзья! Море, море играет на органе, да? Ага. Первый наш визит в Задар, поэтому ничего не знаем здесь, куда идти, куда чего. Приехали здесь в центре где-то или возле центра припарковались, поэтому пойдем погуляем, посмотрим, что здесь есть. Увидим сами, вам что-нибудь покажем. Думаю, видео будет тоже интересным. Посмотрите, какое интересное узкое здание, форма такое интересная. Ребята, высокое. Древнее какое-то. Ребята, 4, апартаменты 4 звезды написано. Ребята, что дальше будет, кошка? Ребята, я вас люблю. Посмотрите, какая здесь красивая площадь. Открывается. Не знаем, куда пришли. Ребята, сами здесь первый раз. Ребята, все у вас хорошо? Ты переживаешь, да? Прикольно, сами не знаем, что здесь, как когда называется. Просто гуляем, смотрим. Музыка, ресторанчик, музыка, балалайка, как будто играет, такая музыка успокаивающая. А знаете, как я вам скажу, если вы, например, в Хорватии будете, и спасибо, например, хотите сказать, называется хвала. Да, ребята, да. Ребята, хвала, ребята, это спасибо. Смотрите, какой красивый автомоцикл. Автомоцикл. Это вот это вот автомоцикл у Ариши. Ну, какой крутой. Нет. Пойдемте дальше. Крутой. Смотрите, здесь стекло, что-то по стеклом, что-то есть, люди стоят, смотрят. Здесь такая древняя колонна прикольная, римская. Улочки узенькие. Классно. Старый город, как и везде в Венеции, в других хорватских старых городах, и в Поручи тоже, в центре города тоже только старые все, узенькие улочки, башенки всякие, как в Равине тоже, интересно. Сейчас походим, посмотрим. Здесь везде такие узкие улочки. Плитка вот такая. Когда мокро, здесь, конечно, немножко скользко. Когда дождь пройдет. Здесь тоже такое древнее здание какое-то. Анджело Дидо написано. Далматиен Эпери. Вообще непонятно там дальше, что написано. Какого века. Анно стоит. Вообще римские цифры. Какой век. Не знаю, прикольно. Сейчас там какие-то пауки всякие. Скорпионы. Всякое такое. Здесь площадь тоже. Интересно, красиво посмотреть. Церковь старинная была, походу, сейчас не знаю, что. Короче, мы сегодня не подготовлены и так просто приехали. Ходим, смотрим сами впервые. Зашли чуть перекусить, дети захотели. Хомуса заказали себе. Я заказал себе бургер. Бургер, ну. Ребята, смотрите. Приятного аппетита всех, да? Нашли перекусить, я пиццу заказала. Все голодные. Давай, всем приятного аппетита. Кто сейчас кушает, тоже всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Сейчас дойдем до этой колокольни, посмотрим, что там есть. Очень много везде ресторанов, всяких бутиков. Мороженое тебе покушать. Даже завтра, наверное, завтракать будет. Да, ты что, сильно так наелся? Очень. Завтра завтракать не будешь? Наверное. А ты сейчас домой доедем, скажешь, пап, что-то так кушать хочется, да? Не знаю. Не знаю, видишь уже. Смотри, Светочка, что там написано? Здесь так красиво, на центральной площади. Вон какая башня смотровая большая. Кто-то там сверху смотрит, наблюдает за всеми. Все гуляют. Дорогие подписчики, просьба, кто знает все вот эти здания, что мы показываем, что это такое есть, я уже говорил, мы не подготовленные, напишите, пожалуйста, где что есть, чтобы мы тоже знали.
Здесь находится небольшой рынок. Много разных бутиков с сувенирами. Мы зашли тоже в один. Детки выбрали себе браслетики. Даниль выбрал себе своим именем, да? И Ариша. И Ариша себе вот такое выбрала. Спрятаться. Как у нее кофточка. А ты, у нее вот эта вот лошадка, как у нее. Да, я уже сказала. Здесь живой концерт. Фестиваль какой-то проходит. Такая атмосфера хорошая, музыка классная. О, детки уже танцуют. Настроение. Покушали, настроение сразу поднялось, да? У деток дискотека. Детки не могут остановиться, отошли чуть подальше, дальше пляшут. Так, друзья, гуляем здесь, ходим, красоту разглядываем. Вечер уже, конечно, поздновато. Темно, не все видно. Там мы были возле церкви Святого Доната или Доната и собор Святой Анастасии, где круглые два здания были. Здесь пришли мы на пирс такой здесь. Морской орган играет. Можете слышать звуки. Я так понимаю, там волна. Она не знает, что это за звуки, это с дырок идет. Она не знает, что это звуки, но это с дырок идет, да, Тача? Мне уже 10 раз сказала, папа, это с дырок. Типа звуки. Море, море играет на органе, да? Вот? Звуки классные. Я так понимаю, из-за волны, как волна, видишь, там накрывает, она звук проходит по всей длине так. Ну-ка, Иришка, объясни, откуда это звук? Это не с моря, откуда ты сказала? Это с дырок. Это не из моря, это из дырок, да? Да. Да? И где-то там. Ребята, смотрите, какие у меня мячики крутые, даже они светятся. Угу. Подарок себе выбрала, да? Да, но я себе подарок выбрала. Теперь этот светится. Спасибо нашей подписчице, она нам подсказала сюда прийти. Мы захотели посмотреть, как красиво он. Да, доченька. Какая красота. Доча, ты посмотри спереди, вон какая красота. Какая подсветка. А сейчас мы подходим к современному памятнику солнцу и солнечных панелей, который создает вот такое зрелище. Какая, да? Красота вообще. Хорошо, что мы вечером гуляем, сейчас позднее время. Днем такого не увидишь, такую красоту, да? Только скользко. Да. Детки после уже порвало. После дождя оно мокренько. А так красота. Очень красиво. Детки, как на катке сейчас. Ребята, если тут дождь был, то вам повезло. Это не памятник солнцу, а каток, да? Настоящий каток. Круто. Очень красиво смотрится. Круто. А еще мы с тобой телевизоры. Ага. Ребят, смотри, как по телевизору показывают. Классно, да? Ребята, мы как будто уменьшились и пошли на телевизор в виде вот этих. Точно. Такой цвет, да. Красивый. Большое спасибо Катерине, которая подсказала нам это место, где находится морской орган и памятник солнцу и солнечных панелей. Тут такая красота. Все тут фотографируются, фотосессия всех. Здесь такой маячок небольшой. Моргает. Прикольно, классно получилось. Вечерняя прогулочка.
красоты посмотрели чуть-чуть. Набережная с той стороны все виднеется, все в огоньках. Тоже вот здание какое-то подсвечено, красиво. Вот такой вот Задар, первая наша встреча с Задаром. Ну что, золотые мои, как вам сегодняшняя прогулка? Понравилась вечерняя? Плохо по Задару? Погуляли. Да! Мне очень понравилось. Понравилось? Тебе, Даня? Мне очень понравилось. И мне. Нехило, да? И тебе? Ребята, вот ты, моя солнышко. Ты сейчас... Смотрите, какой у меня магнит, какие у меня шарики светящие. Okay. Ребята. Только это не светит, ты уже показывала, свет. Дочь, что ты с ним хотел сказать? Здесь вот два рыбака, и один там что-то пошел ракушки собирать. Там рыбу ловят. У нас также есть такая традиция. Мы в каждом месте, где мы побываем, покупаем магнитик и клеим потом на холодильник. Вот Задар, такой кораблик. Красота, прикольно, так от воды отражается все здания. А здесь такой кораблик стоит классный. Мы себе с Ириной приобрели брелок от этого корабля. Трехэтажного. Яхта чья-то. Оскар, ну. Круто, да? Смотри, олень какой-то висит, вон, видишь? Сверху. Ну. Четко, да? Вот кто-то отдыхает конкретно, да? Посмотрите, какой красивый мост с подсветкой. Люди все гуляют, наслаждаются красотой такой. Прикольные корабли такие тут стоят. Деревянный вот, с носом деревянным. Якорь здоровый такой висит. Двухмачтовый корабль. Прикольный. Тоже прогулочный, наверное. Ну что, ребята, между такими красивыми кораблями, яхтами, будем мы заканчивать свое видео. Всем большое спасибо, кто прогулялся вместе с нами. До новых встреч. Всем пока. Смотрите, у меня такая же конь, как на моей футболке.